Два часа дня в Одессе. Вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Право голоса переселенцам. В Украине готовят законопроект 6240. Он касается избирательного права для переселенцев. Проект уже поддержали 24 народных депутата. Это внесение изменений в ряд законодательных актов Украины, которые призваны обеспечить и защитить избирательные права временно перемещенных лиц и трудовых мигрантов Украины, то есть существенного, я подчеркиваю, существенной части украинских избирателей. На сегодняшний день, по данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается более 1,5 миллиона временно перемещенных лиц, то есть это практически 4% украинских избирателей. Также законопроект даст возможность переселенцам голосовать на выборах по месту проживания без привязки к месту прописки. Беседа, листовки или штраф. Одесские полицейские провели рейд на оживленных улицах города и проверили, как соблюдают правила дорожного движения пешеходы. Нерадивым старались объяснять, как себя вести в устной и письменной форме. Пожалуйста, возьмите буклетик, в котором описано, как себя должен вести пешеход на проезжей части. Я признаю свою вину, да, я знаю, что я была не права. К сожалению, из-за этого учащаются ДТП с потерпевшими, и пешеходы страдают. И они страдают из-за того, что в большей степени виновны они, потому что они переходят дорогу в неусловленных местах, то есть не на регулируемых пешеходных переходах. Особенно возрастает количество нарушений в летний период. При этом одесситы и гости зачастую рискуют здоровьем и жизнью в 10-15 метрах от пешеходного перехода. Если взять только июнь месяц, то за июнь в Одессе составлено 803 постановления на пешеходов, которые нарушали правила дорожного движения. При наличии документов у пешехода составляется административное постановление, и пешеход за нарушение обязан его оплатить. 51 гривна штраф. Полицейские стараются работать с пешеходами в форматах профилактики и разъяснительных бесед, но пока что многие лучше понимают только финансовые взыскания. Одесские журналисты займутся расследованиями коррупционных схем городской власти. Для этого они создали журнал «Громадское слідство». Корреспонденты издания будут отслеживать незаконные действия чиновников и причиненный от этого вред простым людям. Дуже багато порушень щодо міської влади, і вже у нас є ряд розслідувань з цього приводу. Це і Старосіна площа, це і так звана муніципальна охранка, яка незаконно функціонує, на яку виділяються величезні кошти. Це і реконструкція Потьомкінських сходів, яка пройшла з великими порушеннями. Ну, цим і буде займатися, власне, громадське слідство. Журналисты ввели понятие гражданского следователя, который не будет иметь доступа к следственным действиям и внесения информации в ЕРДР. Они смогут пользоваться только общедоступными источниками. Мы ставим акцент на проведении аналитической работы и анализа тех данных, которые мы можем найти в открытом доступе, и описание коррупционной схемы, которая имеет место, и доведение до ведома правоохранителей. Мы будем наблюдать за каждым этапом дела, в том числе передачей в суд и дальнейшими всеми судебными спорами, для того, чтобы общество видело и контролировало тоже в своей мере процессы. Журнал будет выходить один раз в год в печатном и электронном виде. Первый выпуск планируют выпустить к концу декабря. В будущем он станет всеукраинским и будет выходить на 5 языках – украинском, русском, английском, польском и румынском. Сейчас команда разрабатывает сайт, где каждый желающий сможет предложить тему для расследования. В Одессе установили сладкий рекорд, создали самую высокую шоколадную фигуру в Украине. Изобразили кондитера, который держит в руке глобус. Высота необычной скульптуры 2 метра 4 сантиметра. На него использовали 32 килограмма бельгийского шоколада. Автор фигуры, одесский шоколатье Руслан Громаковский, говорит, потратил на творение около недели.
Это все различные части, которые потом подпиливались, скрепливались, соединялись, чтобы полностью вылеплен человек. А дальше уже сделана одежда. Ранее подобные рекорды в Украине фиксировались. Ровно год назад на этом же месте мы регистрировали точно так же самую высокую в Украине шоколадную фигуру, высота которой составила 1 метр 46 сантиметров. В таком виде шоколадный человечек простоит месяц, ну а потом его, скорее всего, переплавят на сувениры. Следующий рекорд, рассказывают организаторы, тоже удивит своим размером, но в обратную сторону. Кондитеры покажут миниатюрную сладкую Украину. Новый взгляд на украинскую Бессарабию. Команда энтузиастов из общественно-культурного проекта «Ukrainer» исследовала Бессарабию. Волонтеры путешествовали в течение 3 недель по удивительным местам Одесской области. Свою первую видеоисторию о юге Украины уже выложили в открытом доступе на официальной странице проекта в Facebook. Там ролик активно набирает популярность. Не плавають, а ходять. Бессарабію не їздять, а пересуваються. Так жартують про дороги на крайній південно-західній точці України. Попри цей невеличкий недолік, Південна Бессарабія або Буджак – дивовижна земля, де поєднується колорит українського, болгарського, гагаузького, молдавського та навіть албанського народів. Отметим, команда проекта «Ukrainer» состоит из почти 150 волонтеров. Все они работают над тем, чтобы показать красоты разных регионов нашей страны не только иностранцам, но и самим украинцам. Ну а заодно и рассказать удивительные истории людей, с которыми удавалось познакомиться во время экспедиции. Одесса в рейтинге лучших курортных городов, но не первая. Компания Google проанализировала количество интернет-запросов по Украине и зарубежью. Так, наиболее часто упоминаемым городом для летнего отдыха оказалась вовсе не Одесса, а Бердянск. Наш город занял 2-е место после курорта на побережье Азовского моря. На 3-м месте Карпаты, затем Кирилловка, Затока, Геническ, Скадовск, Лазурная, Железный порт и замыкает рейтинг Крым. Из зарубежных направлений традиционно в первой тройке Турция, Египет и Болгария. Следом идут Грузия, Черногория, Албания, Греция, Кипр и Хорватия. Замыкает десятку Испания. К этому часу у нас все. Больше информации в следующем выпуске уже в 16:00. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь 7-м, будет интересно.